Кайли Дженнер и Винни Харлоу вдохновились образом легендарной голливудской кинозвезды Мэрилин Монро. Телезвезда и супермодель превратились в героиню актрисы для вечеринки в честь Хэллоуина. Монро феерично сыграла роль Лори Лейли в фильме «Джентльмены предпочитают блондинок». Ее яркое выступление в роскошном платье цвета фуксии вошло в мировой кинематограф как одно из самых ярких. Модель и участница реалити-шоу Кайли Дженнер решила повторить ее аутфит. Она надела светлый парик, сделала роковой макияж со стрелками и красной помадой, а также надела крупные украшения. Американка устроила съемку с мужчинами, как это сделала артистка в ленте 1953 года. Манекенщица Винни Харлоу также воплотила культовый лук Монро. Она выбрала аналогичный наряд и макияж, украсив шею и руки драгоценностями. Звезда подиумов ради большего сходства с киногероиней воспользовалась голубыми линзами. Харлоу показала еще один знаменитый образ Мэрилин, в белоснежной накидке. Винни повторила позу актрисы и томно посмотрела в камеру. Снимки были тщательно отретушированы в фотошопе, что позволило добиться максимально похожего результата. Кайли Дженнер ранее показывала другие яркие образы для Хэллоуина. Самая молодая миллиардерша мира предстала в виде героини сказки Ханса Кристиана Андерсена. Звезда превратилась в русалочку из диснеевского мультфильма, после чего позировала в качестве кролика Плейбой.